Ой, еще один. Впусти одного человека, гля, за ним уже сотня приползла. Как муравьи. Говорят, человечья баба едва ты к мужику подсядет. Я гляжу, вам скучать не приходится. О, да, не говоря. Ничего. Вроде я о тебе слыхал. Ты якшаешься с чародейками? Эй-хо, эй-хо. Эй-хо, эй-хо. А, вижу, у тебя лапы чешутся. В этой дыре отовсюду несет старыми портянками и сыром. Крестьяне больше не хотят грести навоз. Победы им грезятся, трофей. Пускай мечтают. Может, хоть тогда они не побегут от Хенсельтовых меч. Ни один человек не поломает на руках краснолюда. Разве что ведьмак. Держи, что причитается. Они хотят свободы и равенства. Хочешь помериться силой с краснолюдом? Свинья выше загривка не прыгает. Пускай дерутся за свою свободу. И за мою заодно. У тебя рука крепкая, как махакамская сталь. Держи, заслужил. Это вообще вот что за ведьмак такой? Бродит по свету, убивает чудищ за деньги. А чего у него глаза светятся? Потому как мутант. Чародей. И промеж глаз. Не повезло. С каких это пор дворяне дерутся с крестьянами? Такие уж времена. Саски ставят крестьян на одну доску с нами. Хотя известно, если собаку один раз пустить в покое, обратно в будку ее нипочем не загнать. О, и мне об этом судить. Главное, на этих боях можно хорошо заработать. А вы не хотели бы принять участие? Какие правила? Каждый участник вносит свою ставку. Чем больше боев выиграешь, тем выше ставка. Если хочешь с кем-нибудь бороться, выкладывай монеты. Вас записать на следующий бой? Или хотите просто поглазеть? У меня найдутся дела поважнее, чем бить людей по морде. Веселые вам забавы. За его за яйца! Вас записать на следующий бой? Или хотите просто поглазеть? Подыщите мне достойного противника. Для начала деритесь с новичком. Выходите, только сперва деньги покажите. В таком случае я начинаю принимать ставки. Чай обниматься. Давай реже. Ты промеж глаз. Да, было на что посмотреть. Прекрасный бой. Поздравляю с победой. Ваш авторитет растет, милостивый государь. Точно так же, как и ваш, возможно, выигрыш. Вы готовы к следующему поединку? Подыщите мне достойного противника. Чем лучше противник, тем лучше бой. Чем лучше бой, тем выше ставка. А чем выше ставка, тем больше выигрыш. В таком случае я начинаю принимать ставки. Кончай обниматься. Давай реже. Кусай его за яйца! Эй, промеж глаз! Наконец-то я вижу мастера! Не дуболома, а настоящего профессионала! Все ставят на вас. Ваш авторитет растет, милостивый государь. Точно так же, как и ваш возможный выигрыш. Вы готовы к следующему поединку?
Подыщите мне достойного противника. Прекрасно. Это самый сильный мужик, какого мне доводилось видеть. Он на пахоте лошадей насмерть загонял. А на боях столько денег заработал, что ему теперь и дворяшки завидуют. Ставки на стол. Поторопитесь, пока не поздно. В таком случае я начинаю принимать ставки. Кончай обниматься. Давай реже. Не бойся его. Да, было на что посмотреть. Прекрасный бой. Поздравляю с победой. Великолепная демонстрация силы, точности и ловкости. Похоже, больше нет желающих драться с новым чемпионом. И тут вы глубоко заблуждаетесь. Рыцарь Зильград. Он самый. Вы же всегда называли такие бои фарсом для простачков. Истинный рыцарь встречается с другим рыцарем в окружении достойных мужей и прекрасных дам. Я вызываю тебя, ведьмак. Да, никогда не забуду того, что творил на турнирах Зельдкирк. У моего брата было множество возможностей, чтобы доказать свое величие. К сожалению, мир катится псу под хвост. И теперь, чтобы доказать свое мужество, рыцарю пришлось бы мериться силой с холопами. Но я вижу, что среди вас есть некий ведьмак. Род его невозможно равнять с моим, однако воинское искусство наше вполне соизмеримо. Может быть, когда он падет к моим ногам, вы убедитесь, что я не только брат Зельдкирка. Я прославлюсь как Зильград, гроза ведьмаков. Я вызываю тебя, ведьмак. Ставлю 2 кошелька золота. И уверяю тебя, Зильград не вызывает на поединок первого встречного. Хочешь доказать, что ты ровня своему брату? Лучше покажи, на что способен ты сам. К бою! Кончай обниматься! Давай реже! Не бойся его! Промеж глаз! Ты победил. Добей меня. Я не убийца. Мы просто дрались на кулаках. Лучше бы я умер от твоей руки. Это был честный поединок, как ты и хотел. Ты ничего не понимаешь. Ты уничтожил мою репутацию. Я набил тебе морду и получил много денег. Твоя репутация меня не интересует. Мы еще встретимся. Зильград не прощает унижения. Мои поздравления победителям. Благодарность побежденным. Милздар Геральт, вы показали воистину высокое воинское искусство. Поединок с вами – это честь. Разделим выигрыш. Не бойся его. Плюнуть некуда, попадешь в чародей. Такие уж времена. Не хотят теперь. Привет, ведьмак.
так любезен. Сдвинь уже зад с места. Что там слышно, Геральт? Ведьмак здесь. Можно начинать. За работу, бородачи. Отворяй ствол, Скакс. Если перебьете этих чудищ, вам весь Вирген благодарен будет. Да и награда кое-какая найдется. Мы это запомним, Сесиль. Ну что там, Шелдон? Открыл шахту-то? Сейчас, сейчас. Нельзя же так с кондачка. Шахта, она как баба. С ней надо деликатно, чтоб приняла тебе горячий и влажный. Ох, Шелдон, ну ты скажешь. Вот сукин сын. Должно быть, в последний момент его достали. Я что-то слышал. Да, не совсем близко. Староват я для этого. Чертова падин! Их еще не хватало! Это что же это такое? Трупоеды. Похоже, у них рядом гнездо. Больно их тут много собралось. Ну, покажись, кто! Попробуешь моего топора! Смотри, со страха не обозрись! А, даже тогда воняло бы меньше, чем от тебя! Я их уже слышу, будет жарко. Шахтеры пытались завалить проход. А что на нижнем уровне?
Может, засранный трупоедский нужник? Или они внизу свою падаль закапывают? Или там растет бессмертник? Закрыть проход трупоедам. Thank you.
вас столько уродилось? Зараза! К оружию! Хватит трындеть, времени нет! Ну, должно сработать!
Воздуха полная, настоящий краснолюд в жизни должен построить крепость, срубить туп и трахаться регулярно. Магия или опасность? Вот они! Последний. Бери ботву и выметаемся отсюда. Я бы чего-нибудь выпил. Вот и прибрались. Спасибо за помощь, Золтан. Да на здоровье! Забава была, что надо! Хватит языками молоть, надо выпить водки. А я сперва проверю, как там мои перепихушки. Ты сильно не расходись, чтобы на водку сил хватило. Вы только посмотрите! Геральт из Ривии! Как тесен мир! Приветствую.
Ты меня не знаешь, но я тебе наслышан. Мой наниматель — банк Вивальди. Я здесь по делу. Проверяю здешнюю шахту. Вивальди? Как у него дела? Лучше не бывает. И я должен тебе передать, что все агенты банка получили распоряжение предоставлять тебе неограниченный кредит. Мне нужен заем. Без проблем. Правда, денег у меня при себе немного. Могу предложить стандартный краткосрочный займ для людей опасных профессий. Годится? Я уверен, Вивальди не будет возражать, если я займу у него побольше. Так я без денег останусь. Ладно, перебьюсь как-нибудь. Вроде я тебе слыхал. Приветствую, Белый Волк. Вот уроды. Один другого чуднее. Доброго утречка. О! Ведьмак краснолюд. То-то было бы зрелище. Здорово! Эй, лопни мои глаза, кого я вижу? Геральт из Ривии? Вспомнил старого Ярпена Зигрена. Как подготовка к битве? Эти ходят как коровы в стойле. Совсем погано. В армии у Саски полно таких, которые кроме хера никакого оружия в руках не держали. Но мы с Золтаном их натаскаем. Главное, запалу им не занимать. Одним запалом регулярную армию Хенсельта не победишь. А вот увидишь, что может армия, у которой один выбор – победить или сдохнуть. Какой у нас, Геральт, еще выбор-то? Я вот думаю, что Филиппа Эйльхард делает во всей этой суматохе. То же, что и всегда. Плетет интрижки, аж дым между ног идет. Я знаю, что вы терпеть не можете чародеек, но постарайся забыть об этом хоть на время. Терпеть их не можем, это факт. Ну как ты думаешь, почему? Уж, наверное, не из-за тайных знаний и красивых сисек. У всех у них, Геральт, на сердце одно говно. Попомни мои слова. Ты преувеличиваешь. Может, и не у всех. Но Эльхард точно хуже прочих. Не помнишь, разве как она спала с Дикстрой, чтобы только выведать планы риданской разведки? В Вергене каждый знает, что она не о мужиках думает. Я тебе скажу, что вот такие, как она, на Танаде все и разгерачили. Здесь, что ли, будет по-другому? Что там было, мне насрать. А что здесь будет, это уже совсем другое дело. Как только Саския выздоровеет, ты и шепни на ухо, чтобы она держалась подальше от этой Филиппы. Ты был в Ривии, когда меня подняли на вилы? В Ривии? Мать моя краснолюдиха! Я своими глазами видел, как ты помер. Того ублюдка, который тебя поддел, я не различил. Но клянусь, выглядело все так, будто ты отошел. Тем больше я рад, что ты выкарабкался. Только не знаю, научило ли меня это чему-нибудь. А как же? Мало кто пережил собственную смерть. Ты не заметил, что я снова мочусь против ветра? Дерусь за чужие интересы. Нет. Свободный верхний Айдирн – это общий интерес для всех, у кого есть честь и совесть. Ты сражался под Бренной? Нет, я понимаю, что у тебя, сука, потеря памяти, но такие-то вещи помнить надо. Прекрасный был денек. По одну сторону 46 тысяч черных, а по другую мы и все нордлинги вместе. На левом фланге риданцы с Деруйтером, посредине отряда Тимерии, а справа мы. Добровольческая рать краснолюдов Махакама и Кондотьеры. Даже тот самый Каэгаорн, должно быть, в штаны от страха наложил, едва нас увидал. Я слышал, отваги ему было не занимать. Храбрый был сукин сын, это верно. Решил, что лучше сдохнуть, чем бежать, будто крыса с корабля. Ох, резня тогда была. Хуже было только 3 года назад под Вергеном. Не будь этого магического говна, которое на нас с неба вылили, мы бы тоже справились. Даже бурая хоругвь от нас сбежала. Говорят, из бурой никого в живых не осталось. Тех, кто на юг отступили, переловил Бигерхорн. Но большинство тут лежит в катакомбах. Вместе со своим знаменем. И вообще, что за название для хоругви «бурая»? Будто им и постираться некогда было. Золтан говорил, ты мастер на руках бороться. А то ж. Он не рассказывал, как я его положил? Как-то не случилось.
Старый хрен. Ну что, поборешься со мной? В любую минуту. Ну так как? Покажи, на что ты способен. Неплохо тебя в этом твоем Каэр-Морхане тренировали. Да ты тоже здоров. Как настроение в городе? Все ждут битвы. Одни молятся, другие пьют. Золтан и Ярпин гоняют мужичков по плацу. Им муштра не помешает. Бойцы Йорвита стараются не отсвечивать. И правильно делают. Было б спокойнее, если б все они отправились прямиком в Дювельшайс. Только Саския говорит, что мы без них не выстоим. Давно ты служишь старостой? Предшественника моего убили 5 лет назад. Я был при нем советником. Разобрался во всем этом цирке и сказал, что пока суд да дело, буду всем заниматься. Никто не возражал. На мне тут лежит торговля, налоги и разные вещи я устраиваю. А слушают все, и я тоже. Одну только Саскию. Должно быть, вы первые бунтари, которые собирают налоги. Призывами к революции ни живот не набьешь, ни стены не укрепишь. Но будь спокоен, Стеннис и дворяне не получат от нас ни гроша. Хотя, понятное дело, принц только и ждет, чтобы забраться в нашу казну. Я уверен, что им движет исключительно забота о подданных. Сесиль. Ты знаешь кого-нибудь, кто участвовал в войне 3 года назад? Я сам, к примеру. Ты дрался под Вергеном? Ага. Филиппа говорила, что ты можешь рассказать о самой битве. Этот козел Хенцель думал, что Айдирн – сборище убогих. Что мы наложим в штаны, едва его войска перейдут через реку. Зачем он напал на Айдирн? Для Хенцель-то верхний Айдирн – это... Исконные территории Кайдвенской короны, которые должны воссоединиться с отчими землями. Тьфу! Борзый прыщ! Этот борзый прыщ в чем-то прав. Если почитаешь хроники, то узнаешь, что 300 лет назад эта земля действительно принадлежала Кайдвену. Вилами по бабушке надвое писано.
А 700 лет назад тут жили грёбаные эльфы. А миллион лет назад какие-нибудь драконы. Если так посмотреть, каждый король может припереться с армией к соседу и сказать, что имеет на это полное право, потому как какой-то его предок навалил здесь кучу. Ладно. Хенсельд решил захватить верхний Эйдирн. Что дальше? Ха. Прибыл, получил в пердак и убыл. Сесиль, мне нужны детали. Какая это битва? Резня самая настоящая. Я, как об этом говорю, все так и встает перед глазами. Не хочу. Во мгле души павших в битве. И они продолжают бой. Они превращаются в отвратительные создания, в друугиров. Айдирнцы, кейдвенцы, люди, эльфы и краснолюды тоже. И нет им етить покоя, даже после смерти. Я хочу им помочь. Но для этого мне нужно знать, как проходила битва. Ну, раз помочь, тогда слушай. День был погожий. Вандергрифт атаковал после полудня. Первой шла бурая Харуквь. Много наших со страху обосрались, как знамя увидали. Но и мы припасли им подарочек. Ночью насыпали огневые валы, а лучники в нужный момент их подожгли. До сих пор не верится, что мы обвели вокруг пальца ихние разъезды. Если б не эта хитрость, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Да и не было бы никакого верхнего Эйдирна, наверное. Здорово мы потрепали бурую Харуквь, но это было только начало. Нас вел Зельдкерк. Всюду, где он появлялся, кейдвенцы отдавали поле. Как глянешь на его доспехи, аж сердце сжималось. И тогда в бой вступил сам Вандергрифт, домоправитель. Он с наемниками прорвал наши ряды. Они встретились с Зельдкерком на середине поля, и Вандергрифт Зельдкерка зарубил. Страшная это была смерть. Наши тут же бросились в рассыпную. Я думал, что это конец. И тут небо обрушилось. Целиком. Будто сами звезды решили отомстить за смерть великого рыцаря. Все поле залило огнем. Бой прекратился. Все бросились спасать свои шкуры. Да. И не было уже ни врагов, ни друзей. Были только живые и мертвые. Говорят, это все из-за кейдвенской чародейки, которая хотела отомстить Вандергрифту. Видно, есть в этом доля правды. Потому сразу после боя Хенсельд ее казнил. Ты видел поединок Зельдкерка и Вандергрифта? Я недалеко от них стоял. В жизни не видал такого поединка. И верно, никогда уже не увижу. Они и прежде сходились. На рыцарском турнире в Арт-Карайге. Там Зельдкерк победил. Навешал домоправителю так, что тот даже меч поломал. Другого такого рыцаря, как Зельдкерк, уже не будет. Вандергрифт-то, говорят, после этого турнира так разобиделся, что повесил кузнеца, который ему меч ковал. А потом заказал какой-то особый, у чародея. Ну и верно этим новым-то клинком Зельдкерка и зарубил. Вандергрифт мертв. Ты знаешь, что стало с его мечом? Знаю, а как же? Он у Саски. Вот хорошо. Только ее рука может укротить ту ненависть, что заключена в его клинке. А после битвы... Когда пламя угасло, повылезли кладбищенские гиены. Растащили все. А хуже всего, что во всем Айдирне не осталось никакой памяти по Зельдкерку. Брат его плетет, мол, у него перчатки есть. Но верно брешет. Вы отбили знамя бурой Харугви? Бурый — лучший отряд Хенсельта. Но ни одна собака от нас не ушла. Домоправитель отправил их на верную смерть и даже подкрепление не прислал. Он был чудовище в людском обличье. Солдаты из бурой забияки были. Много наших намолотили, но на каждого бурого приходилось по 7 наших. Так что у них не было шансов. Мы похоронили то, что от них осталось в склепах за Вергеном. И знамя ихнее там же лежит. Врагов, даже мертвых, надо уважать. Мне понадобится это знамя.
Ты помнишь начало битвы? Как наяву. Хенсельд переправил войска через Понтер на третий день после осеннего равноденствия. У Эйдир на разведке отличная, так что мы их ждали. Зельдкерк расставил войска вдоль холмов. Сердце радовалось, когда на ветру трепетали знамена Венгерберга, Альдельсберга, Гулеты. Все собрались. И рыцари, и тяжелая пехота, и крестьянские отряды. Краснолюды встали на левом фланге. Больше 5000 войска. Никто не смотрел ни на расу, ни на происхождение. Никогда такого не бывало. Не хватало только короля Димовенда. Но знать, у него были дела поважнее, чем родину защищать. Ты видел, как кайдвенцы переправлялись? Издалека. Я видал Вандергрифта во главе 4000 тяжелых бойцов. Как появились медвежьи головы и панцирные хоругви из Арткарайга, у многих сердце в пятки ушло. А по центру шла бурая хоругвь, ветераны битвы под Бренной. Вандергрифт едва ступил на Айдирнскую землю, влез на холм и стал башкой крутить, будто собственные вотчины оглядывал. Наглый сукин сын. Помню, краснолюды это как увидали, тут же все как один сняли портки и показали ему жопу. И тогда перед нашими вышел Зельдкерк. В белых доспехах аж сверкал. Мы боялись, что его кайдвенцы подстрелят. Но те тоже стояли, будто болт проглотили. А Зельдкерк только посмотрел на них и слегка так поклонился. Жалко, ты клича его не слыхал. Великий был рыцарь! Спасибо, Сесиль. Ты очень мне помог. Думаю, я знаю, что мне нужно, чтобы снять проклятие. Госпожа Эльхард говорила, что нужны 4 артефакта. Знамя символизирует смерть. Меч Вандергрифта домоправителя — ненависть. А вот остальные... Остальными займется Филиппа. Я думаю, она знает, где их искать. Хорошо, кабы так. Большую часть трупоедов мы перебили. А чего ж не всех? Спокойно. Проход на нижний уровень завален, им уже не выбраться. Скоро они там передохнут, и можно будет возвращаться к работе. Спасибо тебе, ведьмак. Весь Верген тебе благодарен. Вот твоя доля. Хивай, Скакс и Зигрин получат столько же. Нужна помощь, Сесиль. Филиппа может приготовить противоядие, но для него необходим магический предмет. А, цветок папоротника или пляшущая мандавошка? Я в магии не разбираюсь, но есть у нас одно место. Сколько себя помню, оно всегда притягивало чародеев. Они говорили, что там сильные интерсекции или что-то вроде того. Там это где? В лесу за Вергеном. Погуляй по развалинам. Это место силы. Думаю, ты его не пропустишь. Эй, что ты как в воду опущенный? Саски крепкая девка. Вылезет. Выше голову. Спасибо, староста. Нет, ведьмак, это тебе спасибо. Спасая эту девушку, ты спасаешь мой город.